Ну что, давайте-ка мы для Козерога возьмем Симбалон. Уж больно у меня рука тянется туда. Очень интересно. Так, сейчас. Симбалон тоже перетасованный. Колода уже готова к работе. Так, бизнес. Здоровье. Личная сфера близко к Козерогам, что на сердце у Козерога, но мы также берем совет от старших арканов. Поехали. Бизнес. У вас прям какая-то идет борьба. Борьба за свой кусок. За то, чтобы вот у вас что-то было. Понимаете? Напротив вас тоже есть желающие. Есть желающие ухватить хороший кусочек. Кто в этом сражении победит? Конечно, это даже не тот, который обладает навыками, умениями и связями. Здесь скорее ловкость. Ловкость. Быстрота, скорость, удача. Не секрет, и многие из вас знают, что вот талантливый человек, все у него есть, а вроде не получается в бизнесе. Либо у человека есть связи, есть деньги, есть доход, и вроде должность занимает. А либо тупой, Б, либо недоволен своим положением. Здесь же два воина. На этой карте представлены два воина. Они практически ничем не отличаются друг от друга, разве что внешностью. Они оба хороши, доблестные, удачливые. Но есть отличия. Есть отличия. Не в стратегии, в глубине. В глубине даже... Не познание, не стратегии, не игры, а просто давайте вот в этом вот воля случая, воля шанса. Вы вообще пахательный человек, много работаете, много чего делаете, много продумываете. А знаете, уже можете много не продумывать, у вас уже идет все автоматически. Бывает такой момент ключевой, да? Раз. И вот уже пошли действия. Вы очень много делали. Вот видите, здесь каемка такая красная, да? Стихия как бы огня. Хотя знак зодиака Козерог. Но у вас вот в сфере бизнеса, в сфере финансов сейчас очень активная фаза, которая все расставит на свои места. Не стратегии, не по плану, а то, что... Принадлежит вот вам вот как бы по праву, да, что вы уже ринулись в бой. И как я посмотрю, сейчас посмотрю, что у вас на сердце будет, и уже скажу общую картинку, да. Так, дальше, здоровье. Здоровье, здоровье. Так, я, во-первых, не работаю с перевернутыми картами. Здоровье. Здоровье неплохое. Я бы обратила все-таки на женскую сферу здоровья. Женское, да, яичники, матка, вот такое вот. Здоровье связано тоже с красотой. В общем, здесь красота, гигиена и женское. Вот женское начало, да. В общем, ничего там такого нету, но можно посмотреть, можно посетить врача, можно. Кто-то из вас, кто смотрит, знает свои слабые стороны. Смотрите за обменом веществ. Вот что, вот сколько выпили, столько вот, да, циркулирует жидкость. Вот это карта жидкости, можно сказать, и женского здоровья. Может, кому-то из вас нужно гармонизировать
свое душевное состояние, более поспокойнее быть. И у вас сразу и гормональный фон поспокойнее будет. Вот такое. По здоровью нет ничего такого критичного, либо существенного, чтобы мы обратили внимание. Так, чувства. Слушайте, у вас в этом месяце забота такая о детях, забота о близком, о чем-то вот у вас вот в личной сфере даже, как будто вот у вас что-то начинается такое близкое. Вот здесь, видите, у нас вот они больше такие вот, как картины. Вот у меня так, огонек и дитё. В личных отношениях у вас какая-то новая сфера начинаний. Вы как-то под другим углом на все смотрите, очень чутко и глубоко, больше включаете материнского, нежели романтического, больше заботы даже проявляете по отношению к своей и семье, и к близкому человеку. Причем вы, может быть, считаете, что нет, мне вот это больше надо, чем это. Нет, вы прям вот прям заботливая. И это в апреле месяце очень будет проявлено везде. Ваша семья будет это чувствовать. Если вы мужчина, ваша женщина это почувствует, ваши дети. И от вашего эмоционального состояния будет зависеть даже гармония в семье. Вашим деткам будет спокойно, вашему мужчине будет спокойно. Вот у вас вот в апрель месяце такой вот плодородный, спокойный, размеренный, все на своих местах. Так, что близко к вам? Близко к вам. Вы хотите и себя показать, и все преуспеть. Очень здорово. Слушайте, если вы какими-то практиками занимаетесь, да? Что-то там нашептываете, еще что-то, очень плодотворно и благородно будет для вас. Вы хотите жить, как бы и себя показать, и быть с мужчиной, которого хочется показать. Вы как-то хотите выйти в свет со своей половинкой. Вы хотите праздника атмосферы и души. И, между прочим, я вот вам и рекомендовала бы тоже, сделайте такой праздник, сделайте даже традицию вас вот в семье, оденьтесь красиво, оденьте всю семью, мужчина пусть возьмет свою даму, и сделайте себе такое вот, съездите в новое место, посидите от души, поговорите. Как бы, понимаете, вам даже нужна эта энергетика, чтобы выходить в свет. Так, ну вот мне, вот как говорят, вот козероги что-то вот такое делают, что другие не знают. Что другие не знают. А вы это вот такое удовольствие получите. Вот вы вот начинаете, они вот так вот растет. Эти карты, они более интуитивные и несколько магические. Они показывают суть, ядро, глубину. Я не могу объяснить, но возможно, что некоторые козероги либо эзотерикой занимаются, либо вот чем-то вот таким вот, что прям это вот на сердце легло. Вот вы прям надеетесь, что у вас пойдут вот изменения, а они пойдут. И, между прочим, за вами наблюдают. У вас опытный учитель, наставник, он взвешивает ваши шаги, дает напутствие, но не навязчиво, дает свободу. Этот учитель вам прям вот вообще, от него у вас будут результаты. Результаты будут отличные, потрясающие, потому что вот вокруг я вижу гармоничные карты. Да, это учитель. Вы учитесь. Познаете духовную часть сферы своей жизни. Она обязательно повлияет на ваши и финансы тоже. Если человек духовно богат, он не обязательно, что он материально нищ. Это не так. Это нам внушили, где-то это упущение, конечно. Ну, хотя это может быть достоинство в то время, когда нас лишали всего, когда нас раскулачивали и когда у нас все забирали. Тогда да, мы питались духовно. Но здесь нет такого разрыва.
соотношение. Духовно растете, духовно богатеете, потом приходит и материальный источник. Вообще карты очень хорошие. Это развитие интуиции, это учение, учитель. Учитель на сердце. Эти учения для вас ценны. Очень здорово. Единственное, да, близко к сердцу. Показывайте себя. Не бойтесь даже где-то продемонстрировать свое превосходство. Вы ничем не хуже других. Даже превосходите духовно. У вас есть друг, честный друг. Он не богатый друг, но он всегда рядом, он всегда предан вам, он всегда прибежит, когда вы позовете. Речь идет о мужчине, речь идет однозначно о мужчине, здесь нету женщины, женщина вот везде, вот вы. Это карта мужчины. Он осознает ваше превосходство, но он восхищается вами. Ой, карта апреля, вообще я очень рада, что вы занимаетесь собой и своим обучением, потому что впереди у вас то, над чем вы пахали, у вас и придет следствие, у вас пойдет вознаграждение. Многие ситуации и задачки вы разрулите вообще. Супер. Хорошие карты. Глубокие карты. Вот можно так сказать. Глубокие карты. Судьбоносные. Апрель – замечательный месяц. Всего вам доброго.